Никогда вагонами не ходил. Да, блин. Ладно, а картон своим? В смысле, а потом ты ходил в полухило шмоте, в полу котовском, в полу каком-то? Мы до сих пор войд воды заливал нахера вагонами ходить в Германию, вино вкачать и просто по КД. Слава, мы еще помним твоего кота, который старучим и с духом был. Не-не-не, самая мощная фраза была вообще за все время существования войда там, что я слышал, это когда он говорит: ребята, я иду фуловым, а потом я в вагоне, я заслужил, но перед этим, сука, он же вагонился, понимаешь, вот этим фуловым, блядь. Он никогда не ходил нормальным персом в рейды, блядь. Так, чтобы так хоп, и гильдия ничего для него не делала, прям он все для гильдии. Протопал, забери агрессора, ну, двух пробудителей агрессора. Вот прям рассмешил. И там прям речь такая была, ну серьезно, я же охуел просто. Тряси, отойди ты, блядь, других бей, отойди ты, блин. Отойди. Этого нельзя бить. Протопал не может стаунтить. Да вообще, без руки, да я фуриком лучше затанчу, дай. Слышишь? Да, и раскол ты фуриком всегда раскол стакаешь, Войд. Войд, я с тобой на прошлой неделе ходила фуриком, и да. Стакали раскол мы по КД, ты один раз стакнул, стак или два. Да, мы что же? На самом деле, когда учит играть девочка, это, да, это, ну, как бы, надо задуматься. Так я не учу, просто я была с ним фуриком, понимаешь? И, ну, как и стакала этот раскол, и видела, кто сколько стакал. Ну, блин. Клеймен, беги с мобами к протопалу, блядь. Васап, чё там? Да бесите уже, чё вы, блядь, с вами не так? Клеймен. А он новенький, он не знает. Сука, я Лёша. От него, он бежит, блядь, со всеми мобами на меня, блин. Трися тоже, то моб на нем висит, я от него, блядь, он за мной. Дайте ману, шаман. Я сдал, пока паладин стал. Ой, чувствую, мы в этой резке надолго. Ну, конечно, ты ж хилишь. Это, типа, ну, смешно, да, сейчас было? Ну, это когда же вы про сенсей так шутите, смешно же. Славик. Ну нахера твой фурик, Свету, заходи на кота. Мне уже предложил Валера зайти на руку. Не, ну Трисси, знаешь, я явно получу тебя хилю, как ты роняешь танк. Ну да, дальше тебе. Дайте маны, пожалуйста, шаману. Лучше. Какому шаману? Мне. Эх, ты маны научился заливать? Залил. Врёшь, паршивец. Ну, ты спасибо, не спасибо, Виталик. Я вообще выгонялся всеми персами, абсолютно. Всех, которые качал, блядь. Я ДК 2 КГС шел в рейх, просто 25 гер. И качал его для гильдии танковать, и вот танкую до сих пор. Да все, иди в волчаты там. Все, ты, короче, ну, какую-то ерунду загрузил. Не умею сказать, как они будут. Ну и куда ты ставить пришел? Персов куда? В Доваран, блядь. Долбоёб. Тарик, это ты долбоёб, если честно. Что ты такую херню несешь? Марат. Спасибо. Блядь, я уже в натуре подумал, что он пошел пешком удалять. Заговорил, что он там будет. А зачем ты на мага зашел? Валера сказал мне, давай он на мага зайдет, а я на рогу. Ну, типа, фурик бесполезный. А, хорошо, хорошо, окей. Я уже думала, что вот опять обиделся, опять ливнул, персов уже удаляет. Я сейчас обижусь, если вы мое слово из своего словарного запаса не вытащите, да. Мне кажется, он сказал не фурик бесполезный, а типа ты бесполезный просто. Да ты бесполезный, самый бесполезный, пошел в жопу. Ой, ты не обижайся на нас, но мы же шутим, что ты так близко к сердцу принимаешь? Я вас вообще скинуть, вообще херить. Кто моего мага кикнул? Ой. Что такое? Кто мага моего кикнул? Смогла.
Ну давай, тикай самогона, бери меня. А кто ты? Да, давай. Кто ты такой? Ну я серьезно, я зашел персов завести в гильдию. Меня взяли и кикнули. Кто ты такой? Для тебя никто, Славик, для тебя никто. Ну и пошел в жопу тогда. Это какие-то травмы, походу. Че, будет пати или нет? Сейчас ГП тебе будет. Ваня, ты понимаешь, что ты вот мне сказал, короче, слова, он теперь свободу почувствовал? Ты понимаешь, что ты наделал или нет? Это все, это жопа, блядь. А пусть отравится, что только ему можно, чей-то только вам можно его троллить, пусть тоже потроллит. Че, ты видишь, как он троллит? Ты слышишь это, блядь? Ну, мастер тролла 80 уровня с матюками, все как надо. На мувике до 10 докачался, и то свайпом, блядь. Ты видел, как он качается варом, блядь? Это пизда просто. Там чат на единичке, понимаешь? Где Валера? Без меня начинайте, сейчас там стрел сделаю после инста быстро. Он только вышел релогаться 4 секунды, 6 секунд назад. Виталик, ты убрал лока с моего, с кнутов и пряников? Ну, он давно не в кнутах и пряниках, ты бы не могла в гильдию писать. А что? Да нет, Валер, просто так больше не делай. Валера, варк, да? Алин, ты понимаешь, он тебе типа мягко намекает, съеби отсюда, иди в кнуты. Не, я не знаю на самом деле, как для вас это считается, вот то, что вы ей говорите сейчас, нормально это или нет, я без понятия. Но я не могу различить. Не нормально. Не, я не могу понять, просто мне кажется, вы, ну, перегибали. Блять. Нет, вот это очень сильно грубо. Каждый говорит то, что хочет. Да ну, не выдумайте. Или что, или она настолько, ну, какая-то, ну, я за ней не замечал, чтобы ей так можно было говорить. Люститель морали у нас теперь в гильдии. Конечно, ты чё, я самый моральный человек здесь. Угу. Ну, спорим? Знающий только одно слово, блядь. Что такое? Ну, подумай, блядь, Войт. Ты чё? Потовар. За меня уже все подумали. Ходор! Я просто выучил тактику и всё. Надо было в школу ходить, а не тактики учить. Чё, какая школа? Я тогда персов качал. Вара, Прист мой первый перс, потом Лоб. Даня, пулим? Даня. Дракидок мой брат. Да, Данил. В рейде метка. Как и огурчик, они будут перебивать твой джаг, пока у нас два ретрика. Потом они уйдут во тьму и не будут больше перебивать твой джаг. Да ничего. Че ты агрессивный такой? Да я очень сильно устал. Я даже подготовил пару российских шуточек и что-то не стал их говорить. Потому что мне кажется, ты обиделся на что-то. Ну, или испугался, что тебя просто отхуесосят, блядь. Да вряд ли.
Всегда этого боялся, всю жизнь просто. Лишь бы не отхуесосили. Да, мой, блядь. Это не страх, это конец жизни, если Войт отхуесосит. Хуй зайдет? Железно, блядь. У него, походу, интернет... Вань, ты здесь уже? Да, только что принял. Так я могу зайти на другого, чтобы мне не жалко. Дал лидера тебе. Че там? Давай, Джанси, основу, поклонский, первый. Диплом второй копии. Институт, манна есть вроде, начинайте. Там вроде мага может пойти не с такой зря. Этот, Николай, как его. Сука. Охерел. Ты какого места пузыря вместо этого самогона? Ика и бери меня. Ну, если ты похилишь магом, то без проблем, я беру. Да, кем угодно зайду, заменю тебя. Заходи, шипешкой. Кто это говорит-то вообще, ебать? Хорд, да кто? Бля! Хорд, уёбок, здорово! А кто ж ты такой, да? Да, блядь, да голос его даже забыл. А от Форнера Хирим это тоже самый человек? Не, ну я знаю, что два въеб... Ой. Как раз послушать, как кто-то въебки, одни въебки. Варенька тоже въеб. Не, ну очень сильно повезло с самогоном, если честно. Вот. Хорошо, что он успел въебки. На всего равня, да? Да. Есть к чему стремиться. Че, зато не скучно. Ну да, раньше как было, блядь, вот уныло. Раньше было уныло, шутил только ты, Джей, этот Рома и все. Рома, ну блин. Рома лучше, чем самогон. Вот это то, что он говорит, ты хочешь сказать, это шутки? Да, ну злые, но шутки. Я понял. У злого самые добрые шутки. Пошли нахуй, пидоры. Бибоп, когда ты вернешь право уже кикать их в жили? Я заебался их терпеть, если честно. Ты половину кикнешь, Виталик, нельзя тебе такие права. Я кошка рекаунта уменьшил, ребята. Прям вот, Виталик прям сидит терпит такой, ооо, терпила, ооо. Только, по-моему, это что-то другое, пока я взял самогон. Да, у самогона просто запор, вот он сидит нахуй. Давайте, тут начинайте. Человеческая многоножка, блядь. Зачем ты меня добирал вообще? В смысле, ну, класс там отвалился один. Так ты говоришь, все тут начинаете. Так это мини-босс. Ну, лёг. Иди выкачивай, их нужно остановить. Он просто вендоры их обменивает потом. На трюм. Так что, если быстро снесем РС, пойдем в ВК? В ИВК. Сможешь еще одну в РС пойдем? Да не. Да время уже 12, мы сейчас тут долго чуть-чуть посидим. Посмотрим. Так если долго, то и в ВК не пойдем. Может, на ТБ сходим, не знаю. Вот там, тут есть некоторые особи, они не пацаны, по секрету. Да, вот не пацан, да. Например, Гудел. Ты говорила, что тут вредите, типа девушки, все дела, ну, да, но да, как вы... обычно пидорские шутки. Вот здесь, да. Войд в рейде, все нормально. Ну, конечно, нормально. Фантастические да, твари, да, где да, они обитают. О, классный фильм. Нормально. Да. Если бы хуй понравился, ты про себя смотрел. На Dark Stars они обитают.
Дайте шкаф. Ну, за такую фразу можно кикать, мне кажется. Так я же не обобщал, блядь. Он, может, про злого говорил. Откуда ты знаешь? Он, бля, так, дайте давайте мне права, я его кикну нахуй. Так хорош, закрылись. Давайте, если тут, давайте ему с бафы. Там паладин вначале, кто что бафает. Ну, диплом там прото еще раздай всем и каски по пристам, дайте лапка, есть, так, пристабав давайте, интеллект давайте. Давайте по пати. Первое во тьме всегда фридом, и там сами разбирать, герцогиня, броня, утроп, кастаура, танки. Давай поклонские начинаешь, первый заходишь во тьму, джанси големов, будешь танчить до второй фазе халена големов, мелкий трэш на диплома наполивайте. Четвертая будет оставаться добивать. Присты будут. Ваня, Ваня, скажи, пожалуйста, я отходила. Можешь, пожалуйста, сказать, я хилю? А, ты еще не дошел туда. Четвертая остается добивать, кроме демона. Пять друиды по инерам. Клаймен заливаешь Серсеи. Тангра заливаешь конфетка. Виталик заливаешь там, кому надо будет маны. Так, теперь по хилам конфетка. Серсея как огурчик свету, остальные все во тьме. Ну, вроде все. А кто, Ванька, свет танчит? Скажи, пожалуйста. Начинают поклонские на второй фазе, и големов танчит Дженси. Кто? Кто танчит? Поклонские начинают и заходят во тьму, как обычно. Дженси будет големов танчить, и халенов из големов. Так, давайте смотрим, что там пишем. Давайте чек на пул. Вань, ты видел, как четвертую пати предложили поменять местами магов и престов с хантами? Да не, пусть так будет. Алина, царь зверей. Сейчас какашки настрою, сик. Злой, отлично. Виталик, ты тут? Алло, подходи. Стукару. Царь зверей, где ты там? Кошак. Он же написал био АФК 10 минут. Ни одного самогона за пор, походу. Ну понятно, что там перед болтаром было, наверное. Хотел поржать, а обкакался в самом деле. Даже Мурка замолчал, это вообще высшая степень. А я-то тут при чем вообще? Хотел шептуна пустить и обосрался. Раз, ты меня слышал вообще, нет? Слышно, ну не, ну что, бывает, наверное. Причем тут я-то? Хотя рейд понимаешь, нормальный. Рейдовый стул, у меня такой есть. Рейдовый. Тебе же не проще компьютер к Толе тут перенести. Да нет, рейдовый стул вообще тема удобный, такой катается на колесиках и сразу в горшку. Как тебе не воняет? Мама, какать! Помидоры, 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 овощи. Че, помидоры, нормальные овощи? Ты же не знаешь, что там пропустил, да? Давайте чек на пол. Скорой помощи. Так, давайте все тут, заходим за линию. Поклонские, начинай. О, Юра, питомец Войд. В памяти Войда. Да, кстати, там по диспелам Фиту потеет, там, короче, сами разбирайтесь. Фиту Гидарион по диспелит. Нету Адона. Гидарион. Паланар по диспелишь. Короче, кто-то по диспелит. Нормально кто-то по диспелит, он доп ЕП. Бежим. По диспелит? На доп ЕП? Так, давайте, напуливаем трэш. Как огурчик, ресой Монкина, царь зверей, ресой Варлока. Полки как-то. Ресой типавших. Ой, как огурчик, кисикуша. Кисикуша, ресой Монкина. Дисрапт носи, дайте там пристабав, американскую лавку дайте. Смотрим, метеорит, бежим.
Давайте бьем Халена, переводим. ДК, прожимайте, заходи сразу. Четвертая пати ЗС двоих, кроме демонов. Давайте, играем. По этим, по большим. Заходите, Свет. Заходите. Заходи. Сейчас смотрим, лезвие пропускаем, ближе к морде выносим. Давайте Инре своим шаманом. Гидарин. Гидарион. Два света, готовьтесь, после лезвия будем выходить, портал не залейте. После метки будем выходить. Я есть свет, и я есть тьма. Так, Серсея выноси, выходим свет. Перед посланником смертокрыла. Так, рост свету давайте. Свет, рост. Свету первую метку ровно назад вносим. Ну, кисикушка, кулюшка, выноси метку. Так, смотрим, метеорит, бежим. Балонар, диспейл, Магин, диспейл, Варвак, Волкер, диспейл. Смотрим, мелкий трэш. Лужа в рейд аккуратно. Да падайте. Умираем. Стидма и метка, что ли, помешала? Не, лучше. Нет. Да не. Сколько еще таких героев? Но мы никому не скажем. Там уже слишком чистая, смачная была. Да, там именно лужа виновата. Вторая фаза сверх. Кто там будет диспелить? Балонар подиспелишь? Или Таунер? А у Таунера подиспелишь? Шесова. Окей. Да, ресните Серсею, валяется он рядом. Не-не, ты лучше хиль там Таунера подиспелить. Ну, просто информативно. Ну, ресните, Алина, чё вы? Ресните, пожалуйста. Пусть встает, у нее же больше не лагает. Но у меня на загрузках все равно лагает. У меня не лагает на сурке, допустим. А ты чё, комп апгрейдила? Я его почистила. Ну, открыла и пылесосом там крыла. Ну так вот, теперь сама вставай, беги, чё тебе резко было? Ты дурачок, я тебе сказала, когда я встаю, мне все равно лагает. Дайте мамонту, давайте фулбаф и все тут. Бля, Лёг, ты понял, она тебя даже хуесосит ласково. Злой, у тебя когда встает, ты тоже начинаешь лагать, думать, что делать. Дайте мамонта. Хуёвая шутка не зашла. Что, не по мамонту еду? Дайте Дживса. Да что, Дживса ни у кого нету? Да мы все муравьи упали. Ну, портуйся, давайте шкаф-то. Муравьи есть. Стой, Дживса есть. Ставим. МП5 как огурчик бафает.
Так, давайте заходим в зрение, смотрим, что по бафам, каску друидам еще надо. Мага баф дайте. Баночка СПД есть кого-то? Не, маги дайте баф, мага баф. Давайте чек на пол. Третья. Так, царь зверей, ты тут? Конечно. Так, давайте, заходим за линию, все готовы, поклонский начинай. Да, сделай на пул, не умирай. Балнар. Бежим. Смотрим, лужа. Нормально. Через хвост возвращайся. Смотрим, метеорит падает, бежим. Давайте этот трав же с этого с ГП. Если что там будет падать, то ГП. Смотрим, лужа. Лужа вреет. Давай, ДК, не заходи, жди. Сливайте пока мелкий трэш, большие здоровья. Барри, крик на ХП по танку. На, держи на 6 минут. ДК, заходи, прожимай. Блядь, да ну вашу мать, как вы дохнете. Да они зашли первее, потому что... Может, упадем? Да, конечно. Ой, я на тапку взлетел, заебись. Беги, хорошо, что вовремя, да, злой? Ага. Кисюкушка тактику хоть знает? Я первый раз слышу. Не знает. Спасибо. Сколько войду истерика летает? 4. Несколько. Давайте тут можете фулл баф давать. Кушайте рыбку, там он жив еще есть, стоит, чинитесь. Дайте пристабав, каску, кулак друидам, лапку дайте. Давайте чек на пул. Калина, Мунг. Мана-мана, сейчас сек. Мана-мана. Мана-мана. Так, давайте все тут заходим за линию. Поклонский начинай. Смотрите, там руник КД, так что не врывайте, стоите за агру. Понятно. Да-да. Вырывался так. Что-то не нажалось. Бежим, метки не было, бежим. Смотрим, рейд. Там рарецы.
Эдди там дал какие-то каску, лапсу. Приставав. Вот и метеорит. Бежим. Я тупой, 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 нахуй. Там без эрдрубия. ДК, прожимайся, сразу заходи. Сливайте, пока трэш мелкий. Рейд, заходите. Заходите, рейд. Рейд на хп. Я, братан, прости, забыл. Ну кто-то дал на 4 минуты, спасибо. Утро, метка. Скажите, когда можно будет зайти? Заходи. Заходим. Давайте Инна с Кашманом пропускайте рез, я ближе к морфе. Диспел. Давайте там во тьме хорошо хилите. 51, Свет, готовьтесь, после рези будем выходить. Диспельте. Диспельте, диспельте. Свет, выходим. Давайте рост Свету. Не скажете, как я его тьму зайти. Бежим. Друидик сзади ему портал, в него пойдешь, как тебе скажут. Заходи. Смотрим лужи. Заходи. Смотрим лужи. Диспельте. Ну диспельте, охотника, Свет. Свет, бьем. Свет, бьем только... Трэш, рост по тьме, рост по тьме. Диспал. Два мира играем, как обычно. Бежим. Свет не бьем. Ждем трэш. И диспельте, подождите. Смотрим лужи. Беги! Свет только мелких бьем, мелких больших. Мы чё, по-прежнему хилим вдвоём? Дайте маны, пожалуйста. Поставил тотем, твой гимн. Чё вдруг тьма не заходит? Как лезвие не будет. Пройдут. Заходи. Лужа в рейд. Кисушенька, иди в портал, стой, заходи, блять, во тьму, пожалуйста. Уже не заходи. Я думаю, что так потно хилить, блять. Свет только отрожден, свет только трэш. Она даже не слышит, мне даже. Диспел, быстрее, быстрее, диспел. Алло! Тотем поставил, да, не давим, дай хилу.
Все, палки продаем. 10к хпс, ебаный гроз. Кисёнушка, ты ВРК? Борислав, стреляй, кикайте меня, у меня лагает все. Картинка. Ну ты снимаешь, боюсь тебя кикать. Кто у тебя лагает? Интернет лагает. Ну какой, блядь, интернет, если она не умерла ни разу, просто после того, как ее во тьме лезвие сбрило, я ее бернул, она живая с нами всегда. Ну все, все, кикнули, все, Олег, заходи. Да ладно, не ругать себя, давайте мы вдвоем похилим с этим, с Холи Престом. Вы уже выхилили. Ты не, ну, я в сету была, так что тут, тут никто не упал. А, я понял, извини, ты считаешь, что самогон хилит хуже, чем ты? Заходи, там просто Дедмайн, по-моему, метку выносил, и мы тупо не успели прохилить танк, там по Поклонскому очень много прилетело. Я выносил метку. Да, ты выносил. Вы ее еще очень долго диспелили, потому что, блядь, там не было места нести вперед. Вот, мне пришлось нести назад и, блядь. Дайте шкаф. Ну, было потно. Очень потно. Пришлось брать ответственность на себя, да? Присните, сосай, огурчик и сидите. По хп, типа. А оказывается, она не заходит, я потом скаду смотрю, она вообще не хилит. Чем она встала тогда в свету? Тащил бы сам Лёша. Я тащил, я же прохиливал рейд. Просто я думаю, с Эрдру было бы попроще, чем с Холи Престом. Там уж очень много приходилось кастовать цепаков. Олег, ты заходишь? Да. Хурн столько больших. То не так. В смысле столько больших? Так у нас 4... Да, зато 1.5 миллиона мелких. У нас 4 метеора было на третьей фазе. И 100к только. Ну, так Тор никогда не умирает. Лол, питомец свой. Сука. С маленьким битвой. Сейчас я зайду за собой, покажу, как ему надо играть. Да, распекал с придером. Тоже будешь мелких домашних? Валя, а может мелких? Тангра у нас на диспеле цвету был, но значит кого-то другого там. Ну, Олег по диспеле цвету. Не, давай лучше Тхорн по диспеле. Ну, глаза долбится, у него аддона нету. Давай, может, кикнем его. Больше брать некого же. Так 24 убью. Убивали же. Так, давайте все, давайте фулл бафы. Кушайте рыбу, дайте баф. Что там, каску дайте. Лапу, интеллект дайте. Дайте лапку, каску, магам, роги. Лапку дайте, алло, друиды. 4 друида, 4 жлоба. Заходим за линию, чек на пул. Блудлайн, Климент, Сальзерей. Виталик, ты опять срать ушел? Он же ну вот специально купил. Так, давайте все готовы. Заходим за линию, ДК начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Небеса в огне.
Шин. Близко к Хрёну стоите. Стойте в печеньке. Печенька нормально стоит. Смотрим, метеорит. Бежим. Смотрим лужу. В рейд. Там залезли. Дайте сразу иннеры. Климент, созверей, дайте иннеры, дайте бафы. ДК, подожди, не заходи. Играйте в Хариона, переводите. ДК, прожимайте, заходи. ДК, заходи. Рейд, заходите. Кажется, когда можно будет зайти. Может. Олег, Волонар, чего вы не зашли? Пропускайте лес, я ближе к морде выносите. Дайте иннер своим шаманам, хотите поклонского. Не, только лили, хилит. Хилит Дедмайна, умирает. 52 света, а тот, кто после резвы будем выходить, портал не залейте. После метки будем выходить. Конфетка, выноси, выходим свет. Расцвету. А можно гейм, пожалуйста, тут что-то мы смотрим. Присты бьем через взрыв. Диспельт. Бежим. Смотрим лужи. Смотрим, уже вреет. Диспел. Свет играем только по трэшу, рост во тьме. Только трэш бьем, мелких, больших. Играем, как обычно. Диспел. Свет, стоп, ждем трэша. Халёна свет не бьет. Лужа вред. Свет, только трэш бьем. РДД больших, мелики маленьких. Свет играем, как обычно. Сова, в рейде стоишь. Кайли, как-то там, выходите быстрее. К стенке прямо. Бежим. Катай тьма, стоп, пойти. Тьма, стоп. Свет бьем только Халёну пока.
Диспельте. Диспельте. Диспел. Играем по больших и маленьких сверху. Тьма, бейте. Гидарин, дай гимна ману. Свет не бьем холёным, свет холёным, стоп. Стоим, ждем. Выноси. Нет гидарин, ауры от огня или тотема от огня в свету, поставьте. Есть от огня аура. Бежим. Свет холёным, бьем, короче, как обычно. Страшно хуливая. Смотрим лужа. Да, с нахуй, у меня мышка залагала сейчас. Свет только трэш бьем, свет только трэш. Мелкие растут, отведи мелких, отведи мелких. Мелкий пошел на БДК. Свет, играем только мелких, больших. Как обычно играем. Ждем 60 и будем добивать. Холёна не бьем. Холёна не бьем. Сука, Гидарион тупой. Добиваем. Трэш напуливаем, добиваем. Лужа. Давайте, Холёна. Жми бабл. Нормально. Кто-то мелких напуливает на меня. Плащ упал. Рольки. Ибо когда вернется мой господин, этот мир сгинет. Кольцо с ловкостью. Дим, это кольцо надо ханту? На ПВП можно. Да. Там описывается это селецкий. На ханта. На ПВП берется. Труп, да. Типа если хочешь бери, ну там можно на некоторых боссах одевать. Да не, хиловское кольцо, рольте. Чё, Лёх, видел, блядь, почти все метки на мне, это пиздец. Блядь, вот Эрдру пришел вообще не...